проблема с экраном каталитического нейтрализатора. Выхлопная система такая, что экран, крепление его отгорели, и он лег на сам катализатор. Поэтому не экранирует тепло, коробка сильно нагревается и жутко дребезжит при трогании. Так, чтобы к нему добраться, нужно снять этот вот пыльник. Он на трех винтах. Катализатор вот в таком трехболтовом соединении крепится. Дальше глушителю. Снял пыльник. Снял вторую часть пыльника. Так, и вот обнаружено место, которое дребезжит. Это я уже смазал его проникающей смазкой. Это крепление глушителя не полностью закреплено. И вот его крепление к, я так понимаю, выпускному коллектору. То есть, открутив вот эти три гайки, мы сможем снять часть выхлопной системы вместе с каталитическим нейтрализатором. Но для этого нам нужно заранее купить вот эту треугольную прокладку. Видно, но в общем соединение здесь на прокладках. И там скорее всего тоже. Так, а снять я его хочу для того, чтобы, во-первых, вот этот экран достать. Он, нижняя часть снялась, верхняя часть не выходит. И во-вторых, сделать новый экран, либо как-то теплоизолировать катализатор от коробки передач. Здесь вот расстояние совсем маленькое, пометка 7 миллиметров. Это при экране, опущенном полностью на катализатор. То есть нужно на каком-то расстоянии делать новый экран. Так, вот это, я так понимаю, подушка крепления двигателя к раме. Так, там уже выпускной коллектор. Он медного цвета, так как я его покрывал медной смазкой. И планирую также покрыть медной смазкой и катализатор, чтобы меньше подвигался коррозии. А также попробовать сюда смазки добавить, чтобы не было дребезга, пока я его не заменю. Здесь гайка на 13. Крепление сделано в лучших традициях отечественного автопрома. Болт установлен так, что его головка недоступно для того, чтобы придержать ее ключом. Ну и гайка, соответственно, прокручивается вместе с болтом. Ладно, пожалуйста, пальцем не потрогать. Но пальцем не удержусь. И что-то не подсунуть. Как предполагается снимать каталитический нейтрализатор? Это непонятно. Заодно посмотрим патрубки системы охлаждения. С этого ракурса мы их еще не смотрели. Иди сюда.
Катализатор у меня такой медный получился. Надеюсь, он от этого меньше будет ржаветь, разрушаться. Эту гайку открутить не удалось. Но вот так чуть-чуть наискось поставил крепление, и оно не стало дребезжать. Конечно, по-хорошему надо будет ее все же открутить, найти способ. Но пока так. Так, и осталось прикрутить пыльник, он крепится сюда. Сюда. Здесь у нас болт сорвался, оторвался, пополам разломился. Другой не прикручивать. Сюда уже второй пыльник крепится. И сюда он крепится. И пыльники скреплены между собой еще одним винтом.